как Иаков, Господу помолимся. Господи, избавиться нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Помилуй. И сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Спасившие милости Божие, и прощение грехов и Царства Небесного, сами себе друг друга, всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Всяко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Блаженный же избрал и приял и сего, Господи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Память их в рот и рот. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Боже мой. Благословен Ты, Господи, научи меня оправданием Твоим. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господне. Аллилуйя! Блаженны испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его. Аллилуйя! Благословен Ты, Господи, перед Ним дальше. Благословен Ты, Господи, научи меня оправданием Твоим. Святых ли обрети источник жизни, дверь райскую, да обрящу я в путь покаяние. Погибшая в час месть, воззови меня, спаси, спаси меня. Благословен Ты, Господи, научи меня оправданием Твоим. Отца Божия проповедавшие и законы бывшие, яко живовцы, и в жизни не старими святыми, и пресносущи приставшиеся, того прилежно в ученице хвалите, того разрешение нам даровати. Благословен Ты, Господи, научи меня оправданием Твоим. Путь узкий, худший, прискорбный, всех житий кресте выремземший, и не последовавший верою, придите, насладитесь, и же уготовах вам почестей и венцов небесных. Благословен Ты, Господи, научи меня оправданием Твоим. Образ есть неизреченные Твои славы, ощи язвы ношу прегрешений. Ущедри Твои создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием. И вожделенное Отечество подошли, рая паки жителями сотворяя. Благословен Ты, Господи, научи меня оправданием Твоим. Древли угод несущий создал имя, и образом Твоим божественным почты. Преступлением же заповеди, паки возврати бы земленные жезят бы. Наниже по подобию возведи, древнюю добротою возобразитеся. Благословен Ты, Господи, научи меня оправданием Твоим. Упокой, Боже, рабу Твою и учени Евраи. Иди же лице святым, Господи, и праведницы сияют, яко светило. Усопшую рабу Твою упокой, презирай, честная церковь, боголюбного изнывающий. От смысла чистого, Господи, празднующий. Покой, Господи, душу усопшую рабы Твоя. И Владыка соединил с ангелами всех мучеников, являя этим непостижимое для познания, совершеннейшее и всех даров блаженство,
которого достой и твою скончавшуюся рабу. Ой, Господи, души усопшие рабы! Удостой, Христе, переселившись к тебе, получить неизреченную твою славу там, где жилище веселящихся и голос светлой радости. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Прими многомилостивую, взятую тобою с земли и воспевающую твою божественную власть, и очищая ее от греховного мрака, сделай ее дочерью света. Имени Престой во веки веков, аминь. Тебе, тебя, Дева, красоту Иакова избрал Владыка святейшим вместилищем и всепорочным храмом, Пресвятым ковчегом и девственным местом освящения. Боже, светом Твоим блаже, утренищем душу же любовью озари, молюся, вся видите слове Божий, истинного Бога, от мрака греховного взывающего. Покой, Господи, душу усопшие рабы Твои, мученики, принесшие сами себя препрославленному Богу, как священную жертву и как первые плоды человеческой природы, всегда ходатайствуют о нашем спасении. Ой, Господи, душу усопшие рабы, даруй, Господи, прощение прегрешений скончавшейся Твоей верной рабе Анастасии, удостоя ее дара блаженства в небесном жилище. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Единственный по существу Творец жизни, воистину неисследимое глубино благости, удостой, Господи, скончавшуюся получить Твое небесное царство, ибо Ты один щедрый и бессмертный. От Тебя, Владычица, родился для мира сила и песнь Господь, сделавшийся спасением погибших и избавляющий от врат ада, с верою Тебе прославляющий. Святистое море, возлезая моя зрена пасти бурею, Тихому пристанищу Твоему притек в обиюте. Посвети, отрежи вот мой, много милой милости. Ой, Господи, душу усопшие рабы Твои, распятый на кресте Ты, милосердный, собрал в Тебе множество мучеников, подражавших Твоим страданиям, поэтому молимся Тебе, упокой ныне переселившуюся к Тебе рабу Твою Анастасию. Ой, Господи, душу усопшие рабы Твои, когда Ты, Христе, в Своей неизъяснимой славе величественно придешь на облаках судить весь мир, удостой тогда верующую Твою рабу и взятую Тобой из земли радостно встретить Тебя, Избавителя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Вечный источник жизни божественной победы, освободивший узников, сели, Владыка, в рае наслаждения Твою рабу, с верою Тебе от нас переселившуюся. За нарушение священной заповеди Бога мы возвратились в землю через Тебя же, Дева, сбросивши смертное тление, мы вознеслись с земли на небо. Житейское море, возлезая моя зряна пасти бурею, Тихому пристанище Твоему притекло пьюти, возведи отрежи живот мой, много милости вер. Ой, Господи, паки-паки миром Господу помолимся. Господи, еще помилуй. Молимся, упокой душу усопшего Божия Анастасию же, простите все всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, я, когда Господь Бог наш учинит души, еже все праведные упокоиваются. Господи, милости Божией, Царство Небесное, оставление грехов, и я у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Отдай, Господи, Господи, помилуй.
Твой, сам Господи, упокой душу усопшей рабы Твоей Анастасии. Вместе свет, и вместе злость, и вместе покой, не отнюдь болезнь, печаль и воздыхание, и всякое согрешение, содеянное ею словом, делом или помышлением, яко благи человека, любит Бог, прости, а конец человека жив будет и не согрешит. Ты бы один храме греха и правда, это правда веки, и слово Твое истина. Яко Ты есть воскресенье жизни и покой, усопшей рабы Твоей Анастасии, Христе Боже наше, Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, благим и творящим Твоим Духом, ныне пресно и во веки веков. Преступления, окропившись же своей кровью, они ясно изображают Твое заколение. Благословен Ты, Бог отцов наших. Помой, Господи, души усопшие рабы Твои. Источник жизни, Слово Христе, умертвивший жесточайшую смерть, прими ныне с верою скончавшуюся рабу Твою Анастасию, воспевающую и восклицающий, благословен Ты, Бог отцов наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Божественным душем, дуновением вложивший душу в меня, человека, Ты, Богоначальнейший Владыка, удостой переселившуюся получить Твое небесное царство, чтобы петь Тебе, благословен Ты, Бог отцов наших. И ныне божественным дуновением вложивший душу в меня в человек. Ты, пренепорочная дева, возвысилась над всеми творениями, зачав Бога, сокрушившего врата смерти, уничтожившего их запоры. Поэтому, пречистая, мы, верующие, в песнопениях прославляем Тебя, как Богоматерь. И праведного жертвованную попалил еси. Вся потворивши Христе, так мое же хотите, Тя превозносим во вся веки. Покой, Господи, душу усопшей рабы Твоя. Проявив мужественные подвиги, Вы, Христовы, страдальцы, мученики, украсились победными венцами, восклицаю, превозносим Тебя, Христе, во веки.
покой. Покой, Господи, душу усопшую. Прими, владыка, верующих, свято скончавших жизнь и переселивших Тебе, и как милосердный мир на упокой их, превозносящих Тебя вовеки. Благоволи ныне Спаситель, оправдавший верою в Тебя и Твоею благодатью поселить в земле кротких всех прежде скончавшихся, превозносящих Тебя вовеки. Все мы прославляем Тебя, Пресвятая Дева, родившую воистину вечно святое Слово Сына Божия ради нас, ставшего человеком, которого и превозносим во все веки. Дочь человека невозможно видеть, на него же не свечи, не ангельские взирати. Тобою же все чистые явися человеком, Слово воплощенное Боже величающее, с небесной его и тя умножаем. Покой, Господи, души усопшие рабы Твои. Надежда на Тебя, Христе, укрепила воинство мучеников, а пламенная любовь к Тебе окрылила их, заранее изобразив пред ними воистину невозмутимый будущий покой, получить который удостой милосердный переселившийся к Тебе верующий. Благоволи, Христе, с верою переселившийся, получить Твое светлое божественное сияние, и как один милостивый удостой ее вечного блаженства, даруя ей упокоение там, где пребывает Авраам. Благоволи, Христе, с верою переселившийся, получить Твое светлое божественное сияние, и как один милостивый удостой ее вечного блаженства, даруя ей упокоение там, где пребывает Авраам, будущее по божеству всеблагие, милосердные, склонным на милость и бездной любви. Прими, Спаситель, переселенную Тобою из того места скорби и смертного мрака, туда, где сияет Твой свет. Мы чистые, знаем Тебя, Святой, скинией, ковчегом и скрижалями закона и благодати, ибо через Тебя все непорочно даровано прощение, оправданным кровью, воплотившееся от Тебя, которого и моля о нашем спасении, моли о нашем спасении, Бога человека. Бога человеком невозможно видеть, на него же не свечи, не ангельские взирать. Тобою же все чистые лица человеком, Слово воплощенное Боже величающее, с небесами его и тя умножает. Паки миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Еще молимся, упокойни душу усопшей рабы Божией Анастасии, и же простите сей всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй. Якогда Господь Бог наш учинит души, и же все праведные упокоеваются. Милости Божией, Царство Небесное, оставление грехов и у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим. Помилуй, Господи, 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 помилуй. Боже духов и всякие плоти, смерть по правде, упразднившего миру Твоему даровавший сам Господи, упокой душу усопшей рабы Твоей Анастасии, вместе светлей, вместе злачней, вместе покойнее. Отнюдь забежи болезнь, печаль, воздыхание и всякое согрешение, содеянное Иисусом, делом или помышлениями, ко благи человека, любит Бог, прости, а конец человека же будет не согрешить, ты один кроме греха, и правда твоя, правда во веки, и слово твое истина. Яко ты есть воскресение жизни, и покой усопшие рабы твои, Анастасии, Христе Боже наш, и тебе славу высылаем, со безначальным твоим Отцем и Христе, тем благим и растворящим твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Ниже ты спас, благость пребывает.
все сильнее немощнейше, все сонье прелестнейше, единим оновением, и все сие смерть приемлет, но во свете Христе лица Твоего, и в наслаждении Твоей красоты, Его уже изрывлен, изрывлен и си, упокоя по человека люди. О, как страдает душа, разлучаясь с телом, о, сколько она проливает в это время слез, и некому ее пожалеть. Обращается она к ангелам и напрасно молит их, простирает руки к людям, и никто не может ей помочь. Потому, мои возлюбленные братья, уразумев краткость нашей жизни, попросим у Христа упокоения, переселившейся нас, рабе Божией Анастасии, о своим душам вечной милости. Все человеческое, что не остается после смерти ничтожества, не остается с человеком богатства, не сопутствует ему слава, только придет смерть, и все это исчезло. Поэтому воскликнем бессмертному Христу, упокой переселившись от нас там, где жилище всех радующихся. Где теперь привязанность к миру? Где мечты и скоро приходящих благах? Где золото и серебро? Где множество шумных слуг? Все прах, все пепел, все призрак. Но приходите, воскликнем бессмертному Царю, Господи, удостой переселившись от нас вечных Твоих благ, упокоивая ее в Твоем неувидаемом блаженстве. Вспомнил я пророка, воскликнувшегося, я земля и пепел, и потом смотрелся я в могиле, увидел обнаженные кости и сказал себе, кто же здесь властелин, кто простой воин, который богатый или нищий, который праведник или грешник, но упокой, Господи, с праведными рабу Твою. Началом существа моего было Твое творческое повеление, ибо восхотев составить меня живым из невидимого начала и видимой природы, Ты создал мое тело из земли, а душу дал мне, вздохнув ее Твоим божественным и дающим жизнь дуновением. Поэтому, Христе, упокой рабу Твою Анастасию в стране живых, в жилище праведников. Создавши, сначала в начале человека по образу Твоему и подобию, Ты поселил его в раю, чтобы он владел Твоими тварями, но обольщенный по зависти дьяволом, он вкусил запрещенного плода, сделавшись нарушителем Твоих заповедей. Поэтому, Господи, Ты и осудил его возвратиться в землю и просить у Тебя упокоения. Плачу, плачу и рыдаю, и вдобо мышляю смерть, и вижу в гробе лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную, бесславную, немощую вида. О, чудесе, что сие живет на свое таинство, как о предохом со тлению, как о сопрягохом со смерти, воистину Бога повеление, яко же писано есть, подающего пристащееся упокоение. Поэзия блаженная, я читаю. О Царстве Твоем, помяни нас, Господи, и когда придешь в Царстве Твоем, блажены нищие духом, и охотники Царство Небесное, блаженны плачущие, яко ти утешатся, блаженны кровцы, яко ти осветят землю, блаженны алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся, блаженны милостиви, яко ти помилованы будут.
разбойника, возвавшего к Тебе на кресте. Вспомни меня, Ты, Христе, и за его покаяние заранее сделал его жителем рая, в котором посели меня недостойно год. Боже, нечистое сердце, я поти Бога угодя. Господствуй над жизнью и смертью, упокой, Господи, в святых обителях, взятую Тобою из временной жизни, и вспомни меня, когда придешь в Царство Твое. Боже, не миротворцы, яко ти, Сынови Божие, владычествуй над душами и телами, в руке которого наша жизнь, утешители угнетенных, упокой в стране праведных, переселенную Тобою, Твою рабу. Боже, неизнанной правды ради, яко ти, Царство Небесное. Христос, да упокоит Тебя в стране бессмертной, да откроет Тебе врата рая, да явит Тебя жителям Своего Царствия, и да простит Тебе все грехи, которые Ты, любящая Христа, совершила при жизни. Боже, не искренне да поносят во, и жену ты легко всяк заблаговно был жущими не ради. Пойдем и посмотрим, как обнаженные человеческие кости в гробах, там смрад и пища червей, и познаем из этого конец богатства, красоты, силы и величия. Будем внимать тому, что говорит Вседержитель, горе имеющим видеть страшный день Господень, ибо он тьма, и тогда огнем все испытается. Поклоняюсь Отцу, родившему Сына безначальным рождением и происхождением, прославляю рожденного Сына, воспеваю просиявшего Отцем и Сыном Святаго Духа. И ныне и пресно и во веки веков. Как Ты, Дева, источала из Твоего, из Твоих сосов молоко, как питала питателя творений. Об этом знает только Он, источивший из камня воду, и водные потоки, жаждущие людям, как говорится в Священном Писании. Он миром, мир всем. И Духа и Твоему. Премудрость. Прокимин глаз шестый, блажен путь, вон же едешь и днесь душе, яко уготовася Тебе место упокоения. Блажен путь, вон же идешь, и днесь душе, яко уготовася Тебе место упокоения. Тебе, Господи, воззову. Блажен путь, вон же идешь, и днесь душе, яко уготовася Тебе место упокоения. Блажен путь, вон же идешь и днесь душе. Яко уготовася Тебе место упокоения. Премудрость. Фессалоникийцам послание говорит. Ну, читай вот это. Фессалоникийцам. Послание к фессалоникийцам от святого апостола Павла. Чтение. Вон мимо. Братья, не хочу оставить вас в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при возгласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретению Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. Премудрость. Мир и Духове Твоему. Премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Блажен, яко избрал и приял, Господи. Аллилуйя, аллилуйя.
премудрость просим, услышим святаго Евангелия, мир всем. От Иоанна святаго Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Рече Господь Иисус Христос пришедшим к Нему иудеям: истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий в пославшего, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, живут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не удивляйтесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия и выйдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения. И ничего, я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о покоении души скончавшейся рабы Божией Анастасии, о прощении всех ее вольных и невольных прегрешений. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чтобы Господь Бог поселил душу ее там, где все покоятся праведные. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царство Небесное, всеми грехов Его Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. Боже, духов и всякие плоти, смерть по правде, Он прозижит миру Твоему здоровый. Сам Господи, упокой души усопшую, рабы Твои Анастасии, вместе светлые, вместе злащие, вместе покойные. Отнюдь избежи болезнь, печали, воздыхание и всякое согрешение, содеянное ею словом, делом или помышлением, яко благи человека любит Бог, прости, а конец человека жив будет и не согрешит. Ты б один, кроме греха, и правда Твоя, правда во веки, и Слово Твое истинно, ко Тыся воскресенье жизни, покой усопшей рабы Твоей Анастасии, Христе Боже наш. И Тебе славу воссылаем, собезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, благим уже творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Приидите, братья, принося благодарение Богу, дадим же последнее поцелуй умершему. Вот она ушла от своих родственников и спешит в могилу, где уже не заботясь о земной суете и многострадальной плоти. Где теперь его, ее родные и друзья? Сейчас мы с нею разлучаемся, помолимся Господу, чтобы Он упокоил ее. О, какая разлука, братья, какой плач, какое рыдание в настоящие минуты. Приходите же, целуйте ее, недавно бывшую с нами. Она отдается могиле, покрывается камнем, поселяется во тьме, погребается с мертвыми, встречается в эту минуту с родными и друзьями. Помолимся же Господи, чтобы Он упокоил ее. Слышу, давайте, подходите, прощайтесь. Проходите, прощайтесь. И не расстраивается все лукавое торжество житейской суетности, дух ушел из своего жилища, и глина почернела, сосуд разбился, он безгласен, бесчувственный, мертв, недвижим. Провожая почившую могилу, помолимся Господу, чтобы дал ей вечное упокоение. Что наша жизнь поистине свет, дым, утренняя роса? Вот приходите, посмотрим пристально на могилы,
Где красота телесная? Где юность? Где глаза? Где стройность тела? Все высохло, как трава, все безобразно. Приходите же со слезами, припадем к стопам Христа. Разлучение души с телом есть великий плач и рыдание, великий стон и страдание. Кратковременная человеческая жизнь, призрачная тень, обольстительный сон. С воображаемыми несчастьями земной жизни есть ад и погибель, поэтому далеко убежим от всякого мирского греха, чтобы наследовать Царство Небесное. Подумаем все в последнем часе, видя лежащую перед нами мертвую. Вот она исчезает. Где дым с земли отцвел, точно цветок, скошен, как трава, обит полотном, посыпается землею, оставив ее навсегда невидимой, помолимся Христу, чтобы Он дал ей вечное упокоение. Приходите, потомки Адама, посмотрим на подобную нам, теперь поверженную на землю, потерявшую всякое благообразие, разложившуюся в гробу от гнилости червей, поглощаемую тьмою и покрываемую землею, оставив ее навсегда невидимым. Помолимся Христу, чтобы Он дал ей вечное упокоение. Когда душа готовится быть насильно унесенной от тела страшными ангелами, она забывает всех родственников и знакомых и только заботится о том, как стать на предстоящем суде с ответом за суету и прегрешение несчастной плоти и получить прощение. Поэтому смиренно все помолимся судьи Господи, чтобы Господу, чтобы Он простил умершую все грехи ей сделанные. Приходите, братья, посмотрим в гробу на пепел и прах, из которого мы созданы, куда мы ныне идем, что с нами стало. Кто здесь бедняк и кто богач, кто господин и кто благородный, не все ли в одном, в одинаково пепел, разложившилась красота лица, и весь свет юности иссушилась смерть. Поистине все житейское, удовольствие, слава, суть обреченная на гибель, ничтожится, все мы умрем, все будем мертвецами, властители и правители, судьи и вельможи, богатые и нищие, и всякое человеческое существо, некогда живые ныне повержены в могилах, помолимся, да упокоит их Господь. Все члены тела являются теперь праздными. Недавно они двигались, ныне все бездействуют. Мертвы, бесчувственны, глаза померкли, ноги связаны, а руки и слух бездейственны. На язык наложена печать молчания. Человек предается могиле. Поистине, все человеческое – одно ничтожество. Мы молим Тебя, Матерь Незаходящего Солнца, спасай Богородительница, надеющаяся на Тебя. И своими молитвами умоли всемилостивого упокоить ныне переселившуюся от нас туда, где упокоиваются души праведников. Сделай ее непорочной наследницей божественных благ в жилище праведников, память вечная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Видя меня, лежащую перед вами, безгласной и бездыханной, плачьте обо мне, братья и друзья, родные и знакомые. Вот вчерашний день я беседовала с вами, но внезапно настал для меня час смерти. Придите же все, любящие меня, и дайте мне последний поцелуй, ибо я уже не буду более ходить и беседовать с вами, так как я иду к судье, у которого нет лицеприятия. Раб и господин вместе стоят пред ним. Властители, простой воин, богатый и бедный, все в равном, все в равной чести. Каждый прославится или посрамится собственными делами. Поэтому я смиренно прошу всех непрестанно молиться за меня, Христу Богу, чтобы не отвели меня за грехи мои в место мучения.
но чтобы Он поселил меня там, где свет жизни, и ныне и присно во веки веков. Аминь. По молитвам, родивши Тебя, Христе, и Твоего предтечи, апостолов, пророков, иерархов, преподобных и праведных, и всех святых, упокой скончавшуюся Твою рабу. Святый Боже, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Твоей, Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. И Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети искренне немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне присно и веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое Царство, сила и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне присно и веков. Душу рабы Твои спустя покой, сохраняй ее во блажении жизни, я живу Тебе, человека любящий. Покойще Твое, Господи, и держи все святые Твои по воеволю со. Упокой душу рабы Твои, я яко единицы человека любит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ты есть и ваше, нашели воды, узы окованных разрешили. Самый душу рабы Твои я упокой, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Едино чистая и непорочная Дева Бога, без семи нерушая, молись спастися души ее. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, упокони душу усопшую рабы. Боже, Анастасии, уже простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко Господь Бог наш учинит души, еже все праведные упокоиваются. Господи, помилуй, Господи, милости Божьей, Царство Небес, оставление грехов и у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просит. Господу помолимся. Боже, духовы всякие плоти смеет по праву дьяволу, празднив жертв миру, это мой даровал, и сам Господи, упокой душу усопшей рабы Твоей Анастасии, вместе с светой, вместе с злащей, вместе покой, не отнюдь забежи болезнь, печали, воздыхания, и всякое согрешение, содеянное ею, делом, словом или помышлениями, ко благи человека, любец Бог, прости. Я, конечно, человек же будет и не согрешит, ты один, кроме греха, и правда Ты, а правда во веки, и слово Твое истина. И коты еще воскресенье жизни, покой усопшая рабы Твоя, Анастасии Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Богим и Творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Истинный Бог наш, молитвен, причистая Своей Матери, святых славных и севральных апостолов, преподобных богоносцев, Отец наших и всех святых, душу от нас представшая рабы Своя, Анастасии, вселенных праведных упокоит, и нет, Авраам упокоит, и сотрещет, нас помилует, яко благо человека, любит.
о блаженном успении, вечный покой подашь Господи усопшей рабе Твоей Анастасии и сотвори ей вечную Иисус Христос, сказавший своим ученикам и апостолам, примите Святого Духа, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. И даровал им по своей божественной благодати власть связывать и разрешать грехи людей. Этой же властью попреемство от них принятый нами, да простит Господь через меня, смиренного, это духовное чадо Анастасию, и разрешит ее от всех ее грехов, совершенных перед Богом по человеческой немощи, словом, делом, помыслом, всеми ее чувствами, произвольно и невольно, сознательно и несознательно, через которое она подпадала или под архиерейскую или иерейскую клятву, или отлучение, или навлекла на себя проклятие родителей, или подпала под свое проклятие, или клятву нарушила. И от всех других грехов, которыми она, как человек, связана, во всех их сокрушением сердца покаялась, да освободит ее Господь от всех этих виновностей и уз. Грехи же по человеческой немощи, преданные забвению, да простит по своему человеколюбию и по молитвам Пресвятой Преблагословенной Владычице нашей Богородицы Вечной Марии, святых славных и всех хвальных апостолов и всех спокойно. Thank you.
Когда выносить, куда там поставить, раз там портфель? Подожди, Андрей, говорят, надо туда вынести. Берите это, братья, подходите, вынеси там, поставим. Девушки, возьми какую-нибудь воду, а со стаканчиками. Кто-то табуретки, чтобы заранее туда тоже вынести. Там есть, там где стоят, там доски положены. Наверное, сюда и готовят. А чего вы ее перевернули? Обычно ногами туда покойника. Ногами? Там же так же тяжело. принести. Надо взять одну пачку, раскрыть и сюда. Красный там.